смысле, мне дали плохое мясо? Ну, мне просто выбрали поставщика мяса такого. Плохого? Оно прифадрышит. Мы сидим на поребрике. Жрем макароны. Это потому, что мы жадные. Да, мы не стали садиться в пластиковые стулья. И не стали садиться в мягкие кресла. И не стали садиться в кожаные диваны. Мы сели на поребрик. Мы даже в небоскреб не поехали. В жопу небоскреб. Когда есть макароны на поребрике.